Всем привет, с вами Стэви, не забывайте подписываться на канал. Саакашвили захотел убрать парламент из Киева. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева. Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина. Саакашвили привел в пример грузинский город Кутаиси, где также принесли парламент. По его мнению, здание Верховной Рады необходимо вынести за пределы украинской столицы и разместить парламент в новом помещении, чтобы начать все с чистого листа. 14 июня политик раскритиковал инфраструктуру страны. Он заявил, что государство стало похоже на Нигерию, самую коррумпированную, по его словам, страну в мире. Саакашвили признался, что ему стыдно за то, что Украина выглядит как страна третьего мира. 13 июня стало известно, что Саакашвили и его партия «Рух новых сил» примут участие в выборах в Верховную Раду. Согласно данным последнего опроса Киевского международного института социологии, партию «Рух новых сил» готовы поддержать 0% украинцев.